Имена двух солдат, Юрия Поклонского и Анатолия Мальцева, погибших при исполнении служебного долга в Чечне, увековечили на памятной доске в школе номер 33 города Орла. Идея ее создания родилась у учеников в ходе социального проекта «Мужество случайным не бывает». Мы нашли очень много друзей. Те же вот перед вами сегодня выступали ребята из дорожно-постовой службы полиции, где служил Анатолий Мальцев.